Добрый день, друзья! С вами Квестоник. И мы с вами сегодня играем в такую игру, как Dozer Driver 3D Parking. Здесь мы будем водить вот такую вот строительную технику. Так, в данном случае какой-то бульдозер. На время. Так. Здесь надо припарковаться аккуратно. Стоять. Стой, стой ты, блин. Так, теперь, так, бульдозер, но какой-то другой уже. Вот, и ездим из каких-то, среди каких-то этих ящиков, контейнеров. Такой еще не какой-то порт, тут дома какие-то разрушены, вообще непонятно, что здесь. Так, здесь аккуратно разворачиваемся, проходим все эти точки. Так, она здесь надо сюда повернуть. Так, времени очень мало. Блин, походу я здесь не успеваю. Так, ну походу все. Так, вот теперь нам дали бетономешалку. Прикольно, что нам дают каждый раз новую технику. Так, это что, все что ли? Такие коротенькие уровни пошли. Так, тут... Ой-ой-ой, нет. Блин, даже такое простое не успеваю сделать. Так, давайте-ка я еще раз попробую. Никуда не спешить. Так. Здесь аккуратненько задом разворачивать. Ага, тут не знаю, тут надо обычно заезжать. Что-то я подумал, что задним ходом. Ладно, здесь тоже не успею. Я успел вроде бы. Так, а здесь, ну, опять самосвал, конечно, дается, но... Так, новый уровень. Ого, так, это я пропустил. Надо сюда сразу заезжать. Так, что ж такое? Так, давай заезжай. Выполнено. Так, ну... Так, тяжеловато пока. Ну, вроде уровни такие коротенькие, но все равно очень тяжело. Так, поехали сюда. Так, здесь у нас сюда. Стрелка, так, если честно, показывает поздно. Не знаю. Так, здесь надо как-то вообще развернуться. И, наверное, надо вот так вот заезжать. Что-то я не заехал. Все, готово. И ждем. Так, поехали дальше. Блин, никуда повернул. Неудобно, конечно, она показывает стрелка. Так. Трудно реагировать быстро на эти всякие повороты. Из-за чего время тоже очень сильно теряется. Так, вот здесь. Куда вот здесь вот ехать? Я не знаю пока. Блин. Они еще так дрифтуют, интересно. Здесь, наверное, ну, сюда и что. Ага, вон этот. Ну, здесь я тоже уже не успеваю. Так, здесь снова у нас бетономешалка. И что мы тут у нас? Так, и, наверное, где-то здесь. Так, здесь аккуратнее. Интересно, успею, не успею? Наверное, не успею. Хотя, может, и успею. Успел даже. Так, теперь что здесь у нас? Так, снова у нас этот, как его, самосвал здоровенный, такой БелАЗ. Так, так, трудно проезжать мимо вот этих контейнеров здоровенных.
Так, вот. Так, зацепил слегонца эту точку. Это хорошо, что она так реагирует. И вот снова мы приезжаем. Готово. Нет, не готово. Это что ж такое-то? Так, все, стоп, стоп, стоп. Это что же? Так, снова эти бульдозеры. Если честно, на них это трудновато ездить, не знаю. Проще или на самосвале, или на этих, на этой, как его, бетономешалке. Не знаю. Так, здесь поехали, вот. Вот, вижу, вижу здесь. Так, где, ага, вижу. Так, блин, тут куча вот препятствий, мусор вот этого разбросано. Так, зацепил каким-то бачком. Так, а вот здесь как здесь заехать? Почти. Так, здесь что? Ага, здесь та же самая вроде карта, но новый этот, другой бульдозер. Так, ну достаточно крутая игра, не знаю, мне очень нравится, как все нарисовано. Так. Эти бульдозеры, конечно, но вот физика здесь не очень, так они дрифтуют прям как суперкары. Так, здесь приехали или нет? Нет, надо нормально заехать. Готово. Так, а здесь у нас что? Так, сюда. Так, здесь аккуратно. Не сюда, а сюда надо было. Пропустил эту точку, блин. Так. Стоять. Блин, да, все, готово стоять. Так, здесь что у нас? Так, снова этот самосвал. Дрифтующий. Так, где там? Так, приходится кругами же вокруг себя вертеться. Так, здесь надо объехать. Так, а здесь задним ходом надо заехать. Так, и аккуратно заезжаем. Ну все, с вами был Квестоник. Всем пока.